Уважаемые друзья, продолжаем изучать технику бокса. Давайте сегодня поизучаем защитные действия. Защитные действия с так называемым вышагиванием правой ногой. Из боевой стойки, ноги находятся в боевой стойке, правой ногой делаем вышагивание, левая нога остается в стойке. Вот это движение. То есть это называется шаг назад или вышагивание. Вернее, даже не шаг назад, а именно вышагивание правой ногой назад. Вот оно, самая простейшая защита в боксе – это разрыв дистанции. То есть за счет вышагивания чуть голову от противника на дальнюю дистанцию убираем, защищаем. Можно чуть добавить движение спиной, отклон спиной с вышагиванием. То есть правой ногой шаг и чуть спиной отклон. Так называемая оттяжка. Чуть оттянуться, оттяжка, такой жаргон боксерский. Чуть с оттяжкой, оп, движение такое. Просто шаг назад. Или вышагивание с оттяжкой, с отклоном. Оп, движение такое. Раз. Также можно сделать защиту, подставка плеча. Левым плечом укрываемся, как щитом, от удара противника. Также с вышагиванием правой ногой. Оп, плечо подставил. Руки на место. Оп, плечо подставил. Вот такое защитное действие. Или защитное действие, подставка правой ладони. Раскрываем правый кулак, к подбородку ставим. Также с вышагиванием. Смещаем удар, идет удар противника и ловим удар противника как на лапу, на ладонь. Движение такое. Оп, правую ладонь подставил. Движение. Такое движение. Слышай. Еще раз. Шаг назад с отклоном, оттяжка. Подставка плеча или подставка правой ладони. Также можно с вышагиванием сделать отбивы передней рукой. Сверху вниз или снизу вверх такой блок. Сбиваем удар противника рукой передней. То же самое с вышагиванием. То есть раз, момент вышагивания, сверху вниз, удар противника сбил перед рукой. Раз. Или наоборот, сверху вниз. Оп, движение такое. Оп. Все эти действия, еще раз вот сбоку показываю. Левая нога остается в стойке, правой ногой небольшой шаг делаем назад. Оп, движение. Спиной отклон, оттяжка. Плечо подставил, укрылся. Правую ладонь подставил. Или отбить передней рукой. Сверху вниз. Или сверху вниз, или снизу вверх. Еще раз. Вот движение такое. Шаг назад. Оттяжка спиной, отклон. Плечо подставил. Правую ладонь. Или отбив передней рукой. Снизу вверх, или сверху вниз. Все эти действия делаем с небольшим шагом правой ногой назад. Это вышагивание. Вот такие небольшие защитные действия сегодня мы с вами изучили. Приходите в наш зал, Пушкинский район, поселок Черкизово, зал бокса «Чемпион», улица Озерная, 2. Также у нас есть зал бокса в Иргутисе, в университете туризма и сервиса, улица Главная, 99, адрес. Так что мы вас ждем. До встречи. Спасибо. Пока.